Эй, братуха, с тобой я, Данюха. И это уже вторая серия «Будни зама» на таком проекте, как Live Russia в ОПГ Несси. Сегодня мы, конечно же, будем грабить военную часть. Попытаемся загрузить семенные контейнеры, но у нас ничего не получится. И вообще помогать Сене с наборами. Но перед началом топов видеоролика я прошу тебя, если вам поможет хэштег «Бригада», за которую ты получишь 15 тысяч рублей и 2 очка опыта. Но я тебя не задерживаю, а перехожу к видеоролику. Ну вот, я, как вы понимаете, зашел на квартиру семейную, пишу слэш вам всем привет, ну а дальше мы едем закупаться патронами на склад семьи и бронежилетами. Вот, я уже подъехал к магазину оружия в Батырево, заходим мы в этот магазин, подходим к Трофиму Афанасьеву, кстати, он тоже, тоже, можно сказать, блогер, нажимаем купить бронежилеты и закупаем 10 бронежилетов на склад семьи. Вот. Купить. Далее М4 купить, где-то давайте закупим штучек 200 тоже. Вы купили МП 200 патронов. Дальше впишем слэш фам склад, и на склад семьи нам нужно положить все свои патроны М4. Вот мы уже вышли из магаза, заходим в машину, садимся и едем на семейные конты. Вот я уже приехал, но тут скоро, наверное, уже кто-то будет, и поэтому я включусь, когда кто-то приедет. Вот я уже здесь, мы дуэлимся с челиком, но он меня в крысу сверху убивает, и я подыхаю. Это был Тигран Литвиненко, передавайте ему привет. Дальше я появился в Больке, и это, как вы думаете, что? Правильно, набор в семью. Также я вам хочу показать мой промокод хэштег «Бригада», на который всего лишь 6 вводов сделали. И с того момента, как я выпускал ролики с рекламой моего промокода, еще никто его не вводил. Поэтому, пожалуйста, измените эту цифру, например, на хотя бы 10 штучек. И на эти 10 штучек я разыграю 100 тысяч рублей. Далее я сейчас буду выполнять семейные контракт нефти и золота, конечно же, под музычку и в ускоренной перемотке. Вот я уже закончил работу на нефтесоводе, получилось это 5 лайфкоинов, а семья получила 15 рейтингов. Далее, я заспамился опять в квартире. Смотрите, слэш FM, мы уже на втором месте, на третьем месте с отрывом уже почти в 400 рейтинга. Далее я заспамился в квартире семьи. Вот. Меня позвал Сеня в игру, думаю, чтобы поехали на семейные конты. Вот, я Мерседес спавню за 300 рублей. Далее я крафчу патроны, беру со склада Фомы броники и мы... Едем, конечно же, на семейные конты. Сначала мы, конечно же, приехали на заправку, дабы заправить наше авто, потому что там мало, всего лишь 15 литров бензина. АИ-95, заправляем, давайте, где-то на 69 литров. Это, конечно же, очень много, но для Фомы нам не жалко, так как Сеня платит за замки, за хоть по 3 кака, но лишь бы выполняли вдвойне, втройне норму. Вот мы уже приехали на ты. Вот. Мы нас тут чуть не расстреляли, поэтому мы вылезаем из машины и офаемся. Вот. Я опять логаюсь в свою, ну, в квартиру семьи. Пишу, ты где, Сеня? Выхожу опять и арендую машину. Я захожу в магазин 24/7 рядом со своей квартирой семьи. Заходим. И давайте купим несколько ремкомплектов и аптечек для своей семьи. Аптеки, не склад семьи. Давайте закупим где-то штучек 100.
Я, конечно, очень много потратил, 45 тысяч рублей, это дохрена. Дальше рекомплект на склад семьи, тоже давайте где-то штучки 4. Далее Адрик, тоже купить на склад семьи, где-то штучек 10, одну штучку. Далее я для себя купил домкрат, мало ли что. Хотя у меня там уже, оказывается, уже был, поэтому я просто потратил бабки на домкрат. Далее мы, конечно же, едем на военную часть. Мы, походу, всегда будем ездить на военку, если останутся в реальные пацаны. Но когда освободится место на шестерку, семерку или восьмерку, то меня Глок, который живет рядом с нами, у него тоже есть своя ФМА, примет на шестерку, семерку или восьмерку. Просто. Там бы нули просто. Просто уезжают какие-то нули. Я не понимаю, что они такие нулевые? Я не понимаю просто. Они не могут даже одного меня просто расстрелять. Хотя он едет на захват семейных этих, то есть семейных АВЧ. Я не понимаю. Но когда они вылезли из машины, их было там, оказывается, двое, и они меня убили, как в крысу, да. Дальше я опять заспамился в больнице Арзамаса и кричу: пройдет набор ФАМУ-блогера. Идет набор ФАМУ-блогера. Пишем FAM-invite. FAM-invite. И ID Челов. Я это все сделаю под музычку в ускоренной перемотке. На этом наше видео подходит к концу. Ставь лайк, пиши комментарий, подписывайся на мой канал. Но мы не прощаемся, а говорим до новых встреч.